Сегодня, 16 июля, в общественной приемной общественного движения «Мир Луганщине» состоялся плановый личный прием жителей города главой администрации города «Красный Луч», председателем ТЭР-отделения общественного движения «Мир Луганщине» Юрием Кондратенко. Краснолучане приходили со своими наболевшими проблемами, такие как оформление пособий, гуманитарная помощь, трудоустройство, аварийный дом и многое другое. Каждому случаю был особый подход и рассматривался индивидуально. Всего за этот день было 20 обращений. Глава администрации принял незамедлительные меры по их решению. Надо отметить, что в общественную приемную приходят жители не только с обращениями и жалобами, но и со словами благодарности. Общественная приемная находится по адресу город Красный Луч, улица Орджоникидзе, 69.